очень важна, как знаете, есть такое слово «превентивные меры». Слышали о таком понятии, да? То есть это профилактика. И как раз вот реально ли минимизировать количество проблем, например, не создавать их? В принципе, реально. Если вы зададитесь такой задачей, каким образом? Тоже инструмент. Сейчас мы тоже с вами чуть-чуть потренируемся. Создать специальные методы обнаружения проблемы. Что это значит? Во-первых, знать о тех областях. Понятно, что у каждого из нас есть определенные ситуации, на которые мы реагируем как на проблему. Это зависит от многих факторов, от наших личностных особенностей, от того контекста, в котором мы с вами, от той среды, в которой мы с вами присутствуем. Но пока, возможно, мы не сможем выйти из этой среды, пока мы там находимся. Да? То есть есть ряд факторов, некие области, в которых могут возникнуть проблемы. Уделить время на то, чтобы сесть и прописать эти области, чтобы вывести их из головы, потому что у нас в голове, когда мы в текущей деятельности, хранится только то, что нужно и важно в данный момент. А вот мы понимаем, что эти проблемы возникают, забрасываем их туда, но не садимся, не анализируем это. Второе. Постоянно быть в курсе того, какие факторы могут оказать на вас воздействие. То есть вы прекрасно знаете, что, к примеру, да, кто-то из домашних все время вас раздражает, ну, грубо говоря, да? это является проблемой. Пропишите область. Почему? Потому что как только вы потом начинаете, так устроен наш мозг, как только вы потом попадаете в эту среду, вот в эту ситуацию проблемную, ваш мозг уже заранее готовится. Вы говорите, ага, еду домой, так, раз это прописано, есть некий перечень, есть некое меню ситуации, мозг подключается. Так, стоп, ты едешь домой, ты сейчас встретишься с этим человеком, он тебя будет раздражать. Ну-ка, давай настраивайся. А? И вы уже можете, эту ситуацию подготовить для себя. Понимаете, в чем дело? Ваш мозг уже начнет работать на эту ситуацию. Почему? Потому что вы дали ему задачу. Да? Вы дали ему задачу. А вот уже потом, когда у вас эти ситуации будут, вы, естественно, из жизненного опыта своего, других, возможно, обучения, возможно, чтения каких-то книжек, а возможно, вы знаете, иногда приходят идеи. Если вы дали мозгу задачу, смотрите какой-то фильм, да? И герои себя определенным образом ведут. Так как у вас мозг уже эту задачу получил, вы так, ах, как инсайт у вас возникает, супер, вот это как раз метод, которым я могу разрешить. Если вы задачу не поставили, у вас инсайта никакого не возникнет. У вас просто мозг не будет на это работать. Поэтому узнать, какие методы позволяют преодолеть или избегать влияния различных факторов и применять их при необходимости. Ну что? Реально ли минимизировать ваше количество проблем? Пожалуйста, сейчас, ну буквально там в течение 2 минуток, опять-таки мы же с вами моделируем здесь, пропишите те области, в которых могут возникать проблемы, и те факторы, которые могут оказывать на вас воздействие, которые приводят к проблемам. Сейчас просто для себя пропишите их.